Привет всем! Я столкнулся с такой проблемой. Начал буксовать диск сцепления. Машинка внедорожник, вот такая. Вот. Ховер H3. Вот. Сейчас расскажу причину, что я сделал. Купил, конечно, диск сцепления. Узнал, сколько стоит работы. Работу мне тогда объявили 5000. Диск сцепления я отдал 1500. Выставил на продажу. Вот. Уже когда сделал машину, вот, людям, кому, кто спрашивал, почему продаю по телефону, объяснял то, что так и так, так и рассказал секрет. И в итоге у меня диск сцепления до сих пор не продается. Ну, не знаю, людям хорошо, и слава богу, ладно, ничего страшного. Вот, сейчас расскажу, что я сделал. В итоге долго думал, что можно сделать. Я уже 2 года ездию, вот, беды не знаю. Просто тупо залез я в салон под педаль сцепления. Там есть регулировочные 2 гайки на штоке. Вот, сейчас я вам покажу, где они находятся. Вот, я их просто тупо ослабил, ну, имею в виду, открутил, сделал ход побольше. И уже 2 года ездию, и беды не знаю. Сейчас покажу, где это находится. Ребят, вот они, педали. Блин, увидите, не увидите. Ну, кому... надо сэкономить деньги, я думаю, увидите. Вот пальцем показываю туда. Блин, темновато, наверное. Находится шток вот здесь вот наверху на самом. Вот. Ой, блин, вылезти отсюда надо как-то мне. И в итоге я что сделал? Ослабил эти все эти гайки. Вот. И уже 2 года ездию. Беды не знаю. Так что вот попробуйте, может, кому-то поможет. Вот, так что у меня все. Ребят, ставьте лайки, кому не понравилось, кому понравилось. Кому не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока. Вот машинка такая. Вот, счастливо, удачи всем.